Зачем вы закрыли лицо? Откройте милицию, отделение милиции откройте. Добрый день. Снимать не надо. Как это не надо? Ну потому что у меня есть свои права конституционные, я имею право, мне не надо снимать. Ваша работа является публичной, поэтому я имею право осуществлять съемку всей деятельности нашей милиции. Что вы хотите? Я хочу попасть в ГОМ. С какой целью? Как это, я помощник начальника райотдела. Ваша фамилия, имя, отчество? Помощник ответственного начальника райотдела. Ну хорошо, представьтесь, пожалуйста. Белоусов Вадим Геннадьевич. Владимир Геннадьевич. Вадим Геннадьевич, я журналист и помощник народного депутата Украины Олега Ляшко. Я прибыл в отделение по звонку гражданина, который считает, что сотрудники милиции нарушали его права. А что вы письменно не можете обратиться? Мы ответим. Я выехал немедленно на вызов, зашел в отделение и увидел массу правонарушений в действиях сотрудников милиции. Например? Ряд правонарушений, я вам о них заявлю чуть попозже. После того, как я указал милиционерам на то, что они нарушают закон, они стали разбегаться в разные стороны, говорят, что сейчас они позвонят начальству, запрещать съемку. Я вышел закрыть машину, после этого милиционеры закрыли за мной дверь и более ее не открывали. На мои требования открыть не отзывались. Такое создавали впечатление, что их нет. Вот прятались лица, закрывали там. Вы обратились письменно, обращались? Зачем мне обращаться письменно? Отделение милиции должно быть открыто для всех граждан. Ежесуточно. Дежурная часть работает круглосуточно. И я на данный момент желал попасть в отделение и не могу. Снимать не надо. Я согласна. Закон о милиции. Я имею право осуществлять съемку. Всех сотрудников милиции. Нет, нет, без согласия. Без согласия. Вся ваша деятельность является публичной. Вот если бы вы были одеты не в форму, без погонов, тогда вы могли бы обратиться в суд и по решению суда оспорить мои действия. Ваши инструкции не могут быть выше законов Украины. Не может быть. Так вы нарушаете закон или мы нарушаем? Я не нарушаю закон. Ваши сотрудники там нарушают. Вот вы сейчас пойдите, откройте дверь. Вы же не проверяющий, правильно? Вы же не будете проверять. Я гражданин, который занимается контролем за деятельностью сотрудников милиции. В отношении кого, кто обращался и... Ко мне обратился гражданин по имени Артем. Он сейчас находится в отделении. Артем такого нету. Имя есть Артем. Фамилия есть. Вам его фамилию надо сейчас, да? Данные, кто обращался? Сейчас я вам скажу. Какой у нас... Вы пойдите попробуйте открыть дверь в милицию. Нет, откройте. Ну как вам, они откроют вам тоже? Ну так попробуйте. И вам не открывают. Они там занимаются какой-то преступной деятельностью. Преступной деятельностью не занимаются. Алло. Проверяют каждый... Назови свою фамилию. Как? Артем Лахин. Вам еще что-то нужно? Хватит? Попробуйте зайти в отделение. Я вам говорю, там сейчас осуществляется незаконная деятельность сотрудниками милиции. Кстати, раз вы ответственные, скажите, а почему милиция написана на языке другого государства? Мы же идем в Европу. Не хотите мне ответить на этот вопрос? Видите, читаете? Не на украинском языке. Почему? Милиция. Вы мне скажите, еще раз фамилия. Лахин, по-моему. Лахин. Нет, Лахин Артем какой-то. Лахин Артем какой-то задержанный был. Не задержанный был. Он обратился. А вот он стоит, подозреваемый, который его избивал. Он разгуливал, когда приехал. Вот он, смотрите. Почему милиция написана на языке другого государства? Символа государства, правильно, изображение. Когда вы напишете, вы слышите справа. Дальше ведение милиции. Вы считаете, что же такие-то? Да, я же говорю, почему табличка «Огромная милиция» написана на языке другого государства? Здесь что, сидят агенты Кремля или что? Да, зачем? Почему это? Ну, а почему на языке другого государства? Ну, так каких времен? Это свежая табличка. Каких? 90-х еще, да? Вот эта вот свежая табличка, сделанная максимум год назад, 90-х, я не знаю. Она бы уже выцвела за 25 лет. Ну,
Не надо. Почему? Я вам рассказываю еще раз. Это режим. Почему? Есть инструкции. Вы меня не пускаете в отделение милиции, представителя прессы? Нет. Почему? Без пресса МВД и без разрешения начальника, без разрешения руководства МВД. Сюда вы не вас не... Вот нарушители закона, злостные. Что ж, Виктор Федорович, в милиции у нас работают такие дебилы.